Лошади стали причиной сразу двух ДТП в районе Якутска. Первая авария произошла на 10-м километре Намского тракта. Водитель Тойоты, следуя со стороны Жатая в город, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. Со слов нарушителя, ему пришлось ехать по встречной, чтобы избежать столкновения с лошадьми, выбежавшими на проезжую часть. Следующая авария произошла также в районе Намского тракта. Водитель седана не учел погодные условия и безопасную скорость движения, и в итоге сбил лошадь. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что возможность наездов на животных увеличивается в ночное время, рано утром, а также в условиях тумана. Для снижения риска ДТП необходимо соблюдать безопасную скорость движения, а увидев животное, максимально снизить скорость или остановить свое транспортное средство, включить аварийную сигнализацию для привлечения внимания других автомобилистов. В условиях тумана госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать безопасный скоростной режим, а также дистанцию.